Еще одна конференция стартовала в столице. Международная конференция на тему археологический туризм и устойчивое управление. Мероприятие в Государственном историко-архитектурном заповеднике храма Аташкях организовано Госагентством по туризму в сотрудничестве с Институтом археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана. В конференции принимают участие 15 экспертов из разных стран мира, руководители ведущих археологических парков мира, представители Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей мест. Эксперты уже успели ознакомиться с некоторыми достопримечательностями Азербайджана в Габалинском районе. На конференции, которая завершится уже завтра, будет представлено около 20 докладов. Раньше я работал в Иране. Я достаточно хорошо знаю эту страну. Но работа в Азербайджане отличается. Я думаю, что здесь есть огромный потенциал. И с этой точки зрения, наш вчерашний визит в Габалу был интересен не только археологическими раскопками. Я археолог. Мне нравятся археологические памятники. Но мне было также интересно посмотреть на изменения ландшафта и традиции, культуру виноделия, выращивание граната и местная кухня. Я думаю, что ключевым моментом является то, что вы также можете предложить что-то совершенно иное. Материальные и нематериальные достопримечательности, такие как этот храм огнепоклонников, который, несомненно, является удивительным местом в Баку. Не менее впечатляет старый город. Цель приглашения зарубежных специалистов – перенять передовой мировой опыт. В конференции участвуют руководители популярных археологических парков мира. У них большой опыт как по сохранению историко-культурного наследия, так и по презентации этого наследия туристов. Конечно же, мы заинтересованы в изучении подобного опыта. Представление докладов, обмен опытом понадобится нам в развитии археологического туризма в Азербайджане. У нас уже есть определенный опыт. Сейчас археологи работают на некоторых объектах агентства по туризму. Идут раскопки, археологические изыскания, охватывающие различные периоды истории Азербайджана. Помимо научных исследований, мы вместе с агентством проводим работу по популяризации своего рода социализации этих объектов. Эти проекты будут открыты для широкой общественности. Люди должны получать полную и правильную информацию о своей истории. Такие конференции, несомненно, вносят большой вклад в реализацию проектов археологического туризма.